Всем привет, вы на канале Влада, и с вами ваш тренер Зубенков Андрей. Предлагаю обсудить очередную футбольную новость и, конечно же, вместе со мной прогуляться. Готовы? Тогда погнали. Евро-2024 – лучший чемпионат Европы в истории по процентному соотношению голов издалека. Когда подружка некрасивая, а другая красивая. А погодка так и шепчет. Правда, жарко сегодня будет. Ну, ребята. 8 забитых мячей из 25 на стартовавшем чемпионате Европы были забиты с дальней дистанции. Нынче все научились бить, как и играть. Кроме белорусов. Мама звонит. Папа звонит. Обязательно подними трубку. Это рекордная доля за всю историю чемпионатов Европы. Порой удивляюсь данным рекордом. Странно, что до этого на дальности не били много, не забивали, что ли не умели. Ну, в общем, рекорды постоянно бьются, вот и поэтому и странно, но, наверное, так и должно быть. Что бы вы сказали трюк в ту ночь? Беги! Надеюсь, она меня не съест. Хорошая собака. Сидит такая важная. Поздоровая собака. А я напомню, что чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Не, ну, мало ли кто не смотрит и забыл, либо не знает. Каждый загорает, как может и как хочет. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Какая старая береза. Сколько тебе лет? Ну, вроде все рассказал, разве что стоит добавить, что действующий чемпион Европы – это сборная Италии. А у меня на этом все. Всем пока.